чтобы они, соответственно, не подводили, особенно аппараты, своих кандидатов, и должным образом готовили необходимые документы для выдвижения, для регистрации, правильно оформляли всю информацию с выборами, так или иначе связаны. Вот, собственно говоря, этому мероприятию посвящено время, которое вот мы сейчас начнем посвящать. В то же время мы обратились в управление Министерства юстиции по краю с предложением принять участие в этом мероприятии. Все-таки управление Минюста – это та структура, которая с партиями взаимодействует. У них иная сфера взаимодействия, но тем не менее она есть. И очень благодарны, что управление Минюста от такого предложения не отказалось и сегодня не ставит. И сегодня здесь же принимает участие общественная палата Ставропольского края. И здесь, мне кажется, совершенно очевидно, сфера взаимодействия политических партий и общественной палаты – это прежде всего организация наблюдений. В свою очередь избирательные комиссии также заинтересованы в объективном наблюдении, чтобы не было кривотока, чтобы не было такого рода измышления, чтобы четкое наблюдение и объективная картина, что и как происходит, прежде всего период проведения голосования. Скажите, пожалуйста, сколько партий сегодня принимает участие? Сегодня примет участие примерно 15 политических партий. Всего в крае зарегистрировано региональных отделений 32 политических партий. Приглашения были направлены всем. К сожалению, не все партии принимают участие. Полагаем, что это связано все-таки не потому, что нет интереса к этому событию, а просто далеко не каждая политическая партия представляет сегодня себе возможность участия в избирательной кампании. Ну, именно в силу того, что у некоторых очень слабые ячейки на местах, нет возможности выдвинуть кандидата, собрать необходимое количество подписей и так далее. Вы будете с ними заключать сегодня какие-то соглашения? Скажите, пожалуйста, несколько слов. Нет, избирательная комиссия никаких соглашений заключать не будет. Насколько мы знаем, это как бы уже за рамками круглого стола, общественная палата предложит свою площадку политическим партиям, именно прежде всего, назовем так, малым политическим партиям, как раз тем, которые не смогут выдвинуть своих кандидатов, соответственно, организовать сбор подписей и так далее, и так далее. То есть, по сути дела, не поучаствуют в качестве своих представителей кандидатами. Но наблюдение, поскольку у них тогда не будет права выдвинуть наблюдателя, но общественная палата готова предоставить им свою площадку, чтобы как раз вот на общественное наблюдение, а в состав общественных наблюдателей вошли бы представители той или иной партии, если они этого посчитают возможным, нужным.